Всем привет, ребята, с вами Андрей, и сегодня мы посмотрим игру Skulls of the Shogun Bonafide Edition на PlayStation 4, которую подарили нам PS Plus в июне, бесплатно для подписчиков PlayStation Plus. Так, настройки, техническая поддержка, обучение, вот, против компании профиль. Давайте компанию попробуем, наверное. Я не знаю, о чем игра на самом деле. Новая компания. Поглядим, что же. Великий полководец торжествует, стоя на поле боя. Он готов стать сёгуном, владыкой всей Японии. После дней враг умирает в агонии у его ног. Последний. Или так ему кажется. После и дни. Ох, я читаю, ребятушки. Так. Сказывается бессонная ночь, пройденная в Ведьмаке. Ой-ой-ой. Катана воткнулась нам в душу. Так. Мертвый самурай уже. Skulls of the Shogun. Или Shogun. Типа Shogun или что это? Или Shogun, я не знаю. Какие-то черепа Shogun или... Ой-ой-ой, мертвые. Мертвые Shogun какие-то. Ребятушки. Так, линия Лимба. Лучшее время, так, начать. Тут у нас карта, да, и мы можем по карте подробно. Так, ничего, ну поехали. Защищай лучников, выстреливая перед ними стены духов, выстраивая. Вот мы приплыли на корабле. Судя по всему. Где это я? Может быть... Я умер? Послушай, парнишка, очередь в царство вечности вон там справа. Не витай в облаках. Эй, ты это видел? Хм, конечно, конечно, разумеется. Тогда я император Панталоны 4, королевство веселых грибов. Марш в очередь, или хочешь, чтобы я придал тебе ускорение? Моя! Ты осмелился меня ударить? Грязный Ронин, ты сам напросился. Эй, Тойота, этот болван на меня напал. Так, раунд один, ребята, сейчас будет битва, походу. Анри против кого там? Приказ. Их. Так, левый мини-джойстик. Атака. Нажми квадрат для атаки, когда враг светится белым. На! Подонок. Эй, ты это видел? А этот новенький не промах. Как говоришь, его зовут Акамото? В нем что-то есть. Мужество и авторитет, и эти усы. Последний генерал не мог таким похвастаться. Простите, генерал Акамото. Подождите, если вы позволите, клянемся служить вам верой и правдой, господин. По рукам, отныне вы мои солдаты. Кстати, об оружии. Куда я задевал свой второй меч? Так, вот ребята воюют под моими красными флагами, видите? А вот наши враги, вот синий флаг пришел, подонок. Так что, хана всем. Эй, вы, вербовать запрещено! Тоже, ребятки, вы попали. Задаем жару Исузу. Ой-а! Отдавай приказы всем воинам каждый раунд. Когда приказ выполнен, можешь переместить воина и атаковать врага, если он в зоне досягаемости. Указатель. А, вот, прекратить разговоры. Назад в очередь. Приказ. Флажки показывают, в смысле нет. Отметить последнее... Четыре полоски на флажках показывают урон, который нанесут оба воина. Ну ладно. На тебе. Используй движение воина, оставшегося после атаки, чтобы выбрать нового воина. Скажи действующему воину ждать здесь. Ждать здесь. Я потратил все свои силы в этой битве. Пожалуй, уберу оружие. Приказ. А он... Так. Мне его не достать. Если воин не может атаковать, используй, чтобы оставить его на месте. Ждать здесь, все. Когда захочешь закончить раунд, нажми L1.
На тебе, паскуда. Ах ты тварь. Раунд пока я не хочу закончить. А, все, типа, в смысле, закончить ход свой, я понял. Немножечко неправильно перевели. Рады служить вам, генерал. Скажи-ка, что это за очередь? Здесь только они говорят. Очередь в 4 сезона Царства Вечности? За нами, мы вам покажем. Скажем так, каждый павший в бою самурай должен отстоять очередь в ожидании суда. Тот, кого сочтут достойным, может попасть в первый сезон царства. Эй, кто тебе разрешил носить эти цвета? Немедленно сними и возвращайся в очередь. Великий генерал Акамото не выполняет приказы, он их отдает. Ха, здесь мы устанавливаем правила, и ты их нарушил, парень. Опа, уже двое ребятушки подскочили. Покажем этому болтуну, как мы поступаем с наглыми лжецами. Есть! Эй, Йоши, попробуй отступить, чтобы они не могли меня достать. Да, господин. Моя, раунд 2! Вау! На тебе, подонок. Он утопает. В каких-то реках. А, утолите жажду, ребятки. Отличная работа, генерал. Что? Ты выбрал отбросить, чтобы столкнуть их с обрыва и мгновенно убить? Отбросить? Ах, вот что это за белая линия, мигающая каждый раз, когда я иду в атаку. Упс, надо бы прекратить орать, когда я объясняю. Нажми... Да. Держим воина на месте. Давайте будем ходить туда, ближе к этому. Дело в том, что сейчас его могу влупить еще. На тебе, подонок. Так, ход можно закончить, да, чтобы враг нас атаковал. Вот козел. На тебе, подонок. Раунд 3, ребята. Я все первого левела. О, уничтожили наконец-таки еще одного ребенка. Здесь нет ни чести, ни уважения. Я великий генерал. Я был почти сёгуном. Ваша правда, шеф. Нас держат за скотов из-за того, что у нас не было хозяина, когда вы умерли. Да, нас прозвали грязными иронинами. Нам даже не дают встать в очередь. Кстати, она там впереди. Что за кабачки летающие? Добро пожаловать на берег смерти, павший воин, хихи. Очередь в Царство Вечности начинается прямо здесь, хихи. Приятного ожидания. Отсрочное время ожидания 512 лет. Что? Эй, ты, солдат! Сколько времени ты уже ждешь своей очереди? Даже не знаю, лет 20, где-то так. Это безумие. Я требую вечной компенсации, и немедленно. Ага, договорились, господин. Пожалуй, я пойду, кажется, назревает буча. Слушай, тащак, ты и твои дружки-скелеты будете стоять в очереди, как и дру... Презренный пес, лорд Акамото никогда не встает в очередь. Довольно любопытно, что ты упоминаешь его имя, ибо я пришел говорить с истинным лордом Акамото. Что? Он предупреждал меня остерегаться самозванцев. Стражи, это ведь он самозванец. Плохо дело, шеф. Ой-ой-ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ха, наконец-то настоящая битва. Драка, драка. Лорд Акамото, я тебе верю. Позволь мне присоединиться к тебе. К черту очередь, я соскучался по войне. Опа, ребятушки еще ко мне летят. Это потрясающе. Красные флаги. Ура! Ставлю 50 риса на усача. В свитке указан текущий воин. Его жизнь, местность, параметры атаки, я понял. Параметры защиты. В школе меня называют каменная стена, потому что я умел защищаться. Пошли меня на передовую. Это кто говорит? Осталось приказа в этом раунде. Ты можешь отдать не более 5 приказов за раунд. А, вот этого, кстати, я не знал. Ну ладно. Ах ты, козел, подошел в упор. Сейчас мы его, мне кажется, одолеем. Пехотинец. Ребятушки, ну такая веселая какая-то японская тактическая игрушечка. Инди, аркадная какая-то. В принципе.
На тебе, у меня осталось жизнь 2, ах ты подонок. После действия можно использовать все оставшиеся у меня движения, это ключ к грамотной стратегии. Так, бить я уже не могу, давайте отойдем сюда. Кавалерия — самое мобильное войско, порой они могут ударить по врагу. Я ничего не успел посмотреть. Мои раны ослабили атаку, но я все еще могу драться. Враг тяжело ранен, добью его. На тебе, подонок. Этого бить не могу, держитесь рядом, чтобы построить стену духов. Светящийся барьер от врага защитит. Так, ладно, давайте тут. Удар, удачный выстрел. Думаешь, ты снайпер? Царапина не более. Пожалуйста, кто-нибудь закройте им рот. Шеф, он мертв, дважды мертв. Что мы еще можем поделать? Съесть его, вы меня слышали? Я приказываю съесть череп. Не понял, что? Когда два и более союзника сближаются и образуют стену духов, она блокирует движение и атаку врага. Съешь череп. Ем. О боже мой. На съедание черепа тратится одно очко действия, как и при атаке. И что он дает? Я чувствую себя таким... живым! Какая гадость. Каждый съеденный череп дает воину плюс 3 очка жизни и увеличивает его максимальную жизнь за 2 очка. На 2 очка. Сейчас меня стошнит. Бэ. Ребятам не нравится, что мы поедаем черепа, поэтому... прекратим это делать. Друг, ну каша заварилась, полный беспредел. Спокойствие, подмога уже рядом, они у нас еще получат грязные ронины. Продолжать есть черепа, нам нужны собрать все силы, которые только можно. Ах ты тварь. Надо этого зарубить, подонка. Но тебе, паскуда, тварь. Все. Ой, там еще... Дело в том, что ребятки сейчас нас могут с вами завалить. Поэтому... раунд 5. Что, он только по одному, что ли, бьет? Ну как так мало? Я не пойму. Давайте переключаем. Это попробуем атаковать. Мне кажется, сейчас нам будет вафля, ребята, потому что что-то мы не справляемся. Подонки. Мы можем сюда подойти, разве что просто. Завершить ход. Сейчас нас отладят, это стопудово, я вам говорю, ребята. Одного отлаща череп съест, подскуда. А черепа наших ребят мы тоже будем есть? Что? Боже, нет. Мне нравится ход твоих мыслей, но самураи так не поступают. Серьезно? Да, абсолютно. Это отвратительно. На тебе, подонок. На коняке. Сейчас мы его завопли, мне кажется. 4-5, последний оттуда идет. Раунд 6, ребятушки. Сейчас мы должны, мне кажется, он будет решающим. Блин, мужик. Ой, он меня снес. Съешьте еще кого-нибудь. Он полезен для здоровья. А кому-то твой самый сильный воин, но если он умрет, игра окончена. Я понял. Череп съесть нельзя. На тебе, подонок. Блин, а чего у меня так много жизни, я не пойму. Череп съесть нельзя, да? На тебе, паскуда. Ёб твою мать. Берегите себя, лорд Акамото. Ну, бережем. Ой-ой-ой. Он сюда пришел. У него много жизни. Он сейчас нас может посносить, ебаная матери все. Скорее всего, так и будет. Не силен, ребята, я просто в тактических боях, поэтому... я думаю, что эта игра для меня будет слишком сложна.
Так. Ну как так-то, ёб твою мать. О, снес. Так, у нас двое их. У нас двое, да? На, подонок. Довольно, пришел конец этим беспорядкам. Пора покончить с этой заварушкой. О боже мой. Лорд Такамото, сюда. Кто там? Господин, столько смерти и столько крови, вы не ведаете, что творите. Вы меня удивляете. Вы жаждете смерти мертвых, я ваш. С моей дистанционной атакой я разобью этих тупиц прямо отсюда. О, это лучники, походу, появились. Давайте разобьем тупицу вот этого. Чтоб он там не стоял. Спрячемся здесь. Ах ты тварь, лянь, поразбивал всех наших пацанов. Сука, козел. Ой, ребята. Сейчас чувствую, будем мы с вами дохнуть. Не, не, не тот. Ой, хорошо, как снесли мы его. Мочим лучника. Так, ну давайте двигаться этим. Давайте череп съедим. Вот так вот. Все, завершаем наши действия. У нас больше некем ходить. Короче, своеобразные японские герои меча и магии. Ой, промахнулся. Даже промах есть. Это потрясающе. Раунд 9. Когда же все закончится-то, ребята? О, замочмалил его. Отходим. На тебе, паскуда. Мы выиграли? Ура, ура, ура! Ого, мы победили. Отличная работа, командир. Это было здорово. То ли еще будет, когда я найду свой второй меч. Тогда и увидишь. А сейчас в путь. Победитель! Ну что ж, ребятушки, вот так вот. Нам дали опыт. Я не знаю, зачем он нужен. Может, что-то мы можем прокачать или что-то еще. В принципе, довольно-таки неплохая тактическая боевочка. Тут все вот эти дела. Такая легенькая инди-игрушка. Мне, в принципе, понравилось. Даже, возможно, буду проходить дальше. Ну а с вами был Андрей. Всем спасибо за внимание. Всем пока.